Спортсмены Юргу заняли почетное 3-е место в командном зачете на всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике среди студентов. Атлеты готовились к соревнованиям на протяжении 2 месяцев и проводили по 8 тренировок в неделю. Ну, в первую очередь, это дисциплина. Как вы знаете, любой спортсмен, который поступил к нам учиться, в первую очередь он студент, он учится. Второе, это в свободное время он занимается тем любимым видом спорта, который у него больше всего получается. Ну и та дисциплинированность, которая позволяет нам в итоге воспитывать замечательных чемпионов. Соревнования проходили в Томске. На состязаниях выступили студенты из 50 вузов России. За первенство в командном зачете поборолось 20 команд. В состав команды Юргу вошли 7 человек, трое из них вернулись в Челябинск с золотыми медалистами, каждый в своей весовой категории. Это самые эмоциональные соревнования были за всю вот мою карьеру. Я 2-м подходом в толчке пошел уже на свой рекорд, на 5 килограмм больше. И чтобы выиграть, мне пришлось потом еще на 6 добавлять. То есть это было что-то нереальное, и чисто на вот каких-то эмоциях и вот этой всей соревновательной атмосфере поднял. Эмоции только положительные, соревнования классные. Мне очень все понравилось. Были красивые медали, грамоты. Сейчас спортсмены отдыхают после соревнований, но в планах на будущее – новые победы. В следующем году тяжелоатлету Юргу планируют снова побороться за заветное 1-е место.